Делегация под руководством председателя Великого национального собрания Турции Мустафы Шентопа прибыла с визитом в Азербайджан для участия в 7-м международном конгрессе социальных наук АНСИ СОС Карабах. В международном аэропорту Гейдар Алиев, где развивались государственные флаги Азербайджана и Турции, делегацию парламента Турции встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Фазиль Ибрагимли, посол Азербайджана в Турции Рашат Мамедов, посол Турции в Азербайджане Джахид Бакчи и другие официальные лица.